Привет на канале Ковина. Подписывайся и не пропускай новые видео. В этом видео мы увидим фотографии диких кошек и их малышей. Дикие кошки делятся на два подсемейства, на малые кошки и большие кошки. Итак, подсемейство малые кошки. Каракал или степная рысь. Оцелот. Сервал или кустарниковая кошка. Обыкновенная рысь. Манул, также паласов кот. Кошка теминка. Бенгальская кошка или карликовая кошка или дальневосточный кот. Кошка-рыболов или крапчатая кошка или рыбья кошка. Пума или горный лев или кугуар. Гепард. Подсемейство большие кошки. Дымчатый леопард. Лев. Ягуар. Леопард или барс, также пантера. Ирбис или снежный барс, также снежный леопард. Тигр. Благодарю, что посмотрели мое видео. Если вам понравилось, ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал.